Знаешь, когда я была девчонкой, я видела лягушку-быка, которая была похожа на него. Ее язык был вывален точно так же, как будто ее долбанули кувалдой. Я уж собиралась ее похоронить, но как только я ее взяла в руки, она втянула живот и засунула язык обратно, а потом просто спрыгнула, как в любой другой день. Оказывается, лягушки могут рвать куски тела и могут даже их потом съедать. Что ты, черт возьми, несешь? Ну, знаешь, бывает, смотришь на что-то мертвое, а оно оказывается не так уж мертво. И это не должно быть концом для тебя. Я не очень понимаю, что я сделала. Хилл? Это краска для пометки деревьев. Она нужна, чтобы я не затерялась. Для этого тоже? И я нашла их много в лесу. Очень много. В разных точках. Конец — это начало. Моя очередь, Пейдж. Какого хрена ты делаешь? Хорошо. Как долго ты работала в этих лесах на мельнице? Почти год. С тех пор, как его имя? Джаспер. С тех пор, как Джаспер потерял ногу. Разве мы не похоронили его здесь же? Прямо там, за тем хребтом. Так что ты хорошо знаешь, что мы строим будущее здесь. Вы, черт возьми, пользовались нашими пиломатериалами, которыми мы владеем, чтобы вы построили это будущее. Так что ты отлично знаешь, что я сделаю все, чтобы защитить его. Я не припомню, чтобы я сказал что-то смешное. Ты боишься? По-моему, испуганно выглядишь ты. Да, как и ты. Хилл. Маркус. Мы закончим это в Лоутоне. А пока что тебе лучше подготовить ответы, которые нам нужны. Эй, спокойно. Это не про тебя и не про вас. И не про кого-либо еще. Тогда в чем дело? То, что ты строишь, это о будущем. Что опять? Нет, ты не должна это делать! Что будем делать с ней? Нужно проверить ее сумку и найти ее ночлежку. Потом проверить ее живот, посмотреть, что она ела. Может, есть какая-то подсказка. Похоронить ее там же, у ног Джаспера. Когда Джинни отправила меня заниматься медициной, я думала, я буду спасать людей. Мы можем сбежать. Сбежать? Ты чё, обкурился? Я знаю точку Paradise Range. Всего около 100 миль отсюда. А затем поехать в мой домик у озера. Если мы будем аккуратными, топлива как раз таки хватит. А затем, если что, дойдем 10 или 15 миль пешком. Мы не можем просто уйти. Почему нет? У Дженнис и Кэмерона был целый план. Подготовлена еда, топливо. Пока она не умерла. Она пыталась дать это мне. Она хотела, чтобы у нас был шанс. Шанс на побег. Я это не сделал. Но я об этом мечтаю. Ты хочешь спасать людей? Ты хочешь быть какой-то другой? Но я никого не спасу, если я сбегу. Ну меня! Спаси меня хотя бы! Мы можем бежать. Беспокоиться пока не о чем. Это не обязательно конец для тебя. Нам нужно уходить. Я хочу помочь этим людям. Ты же не хочешь застрять в этом дерьме. Не делай этого!